Студенты архитектурно-строительного университета придумали, как благоустроить береговую зону реки Ельцовка-2. В Зельцовском бару участники конкурса предложили сделать экопарк, установить фонтаны, водные каскады, велосипедные дорожки, выделить зоны для квестов и даже маленькую гидроэлектростанцию. Сейчас в районе элитного жилого квартала гаражи и несанкционированная свалка. Финансировать конкурс студенческих проектов взялась компания-застройщик коттеджного поселка. Идеи победители обещают воплотить в жизнь, по крайней мере, частично. Правда, о конкретных сроках реализации смелых проектов речи не идет. Главное, чтобы была разработана концепция, потому что есть деньги, ее можно реализовать сразу. Нету денег, ее можно реализовать как бы ступенями, то есть называется слоями так. Если будет такая же концепция развития вот нашего этого городского большого парка, мы также будет возможно сразу объединить усилия и в один момент сделать этот парк хорошо. Не будет, все равно мы будем понимать, как называется, дорожная карта развития этой части города.